Стоит Винни-Пух на развилке около дороги и смотрит, лежит камень, а на камне надпись. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, об камень шибанешься. Стоит Винни-Пух, думает, думает, размышляет, и вдруг слышит голос. Размышляй быстрее, а то прямо здесь лупить начну. Подписываемся и слушаем дальше. А это что у вас? Это сало, но вы его есть не будете. Это почему это? А я вам не дам. Вчера тебя петуха искал, хотел с тобой дров поколоть. Я ему 100 000 одолжал. А с чего ты это решила, что он хотел со мной дров поколоть? Так он с топором приходил. Фермер покупает лошадь. Это как раз то, что тебе нужно. Скачет 15 миль без остановки. Нет, не пойдет. Я живу в 10 милях от города. И каждый раз мне придется возвращаться 5 миль пешком. А ежи! Бизнес у деда Петрухи был небольшой и довольно так и убыточный. Он покупал много пива и выпивал его, а бутылки сдавал. И на это он покупал хлеб. Особо не расшикуешься, но на хлеб хватало. А кто это сделал? Доктор, а вы сможете избавить меня от целлюлита? Нет, но я подскажу, где продаются дешевые леопардовые лосины. Я понимаю, что есть передачи с содержанием 16+, 12+. А что содержит передачи, которые 6+? Там говорят, что Деда Мороза не существует. Ты как в армию загремел? Из-за Деда Мороза? Он во всем виноват. В смысле? Я 15 лет назад у него гимнастерку попросил. И что? Ну, вот и получил. Ты почему вчера даже посуду не помыл, скотина? Я просто не хотел тебя будить шумом воды, милая. А не птико! У меня что, уши большие? Нет. Может, зубы кривые? Нет. А какого хрена тогда я зая? Зайчик, а ты будешь любить меня после свадьбы? Думаю, что да. Меня всегда тянуло к замужним женщинам. Какие планы на вечер? Пока никаких. А какие есть предложения? Сложно сочиненные и сложно подчиненные. Подписываемся, кликаем на колокольчик.